После того, как краевая столица не вошла в список достойных звания трудовой доблести городов, ее жители и руководство решили, что ситуацию нужно менять. Власти провели большую работу в архивах, чтобы найти документы, подтверждающие заслуги барнаульцев в приближении победы в Великой Отечественной. И нашли. Таких примеров более 300. К тому же горожане настаивают, мы заслуживаем особого звания. Как говорят, каждый пятый патрон был барнаульский, по-моему, да? Ну, по-моему, да. Ну, а потом, вообще там еще кроме и патронного завода было много оборонных заводов. Поэтому, по этому признаку, я считаю, вполне он достоин. Мы поставляли, так скажем, кадры для войны. Вот. А во-вторых, действительно, здесь было очень много сосредоточено предприятий, которые работали на оборонную промышленность, и которые перенесли из других регионов. Краеведы и историки свое мнение однозначно «за» высказали еще в июне, до голосования за города. По их мнению, сотрудники меланжевого комбината, станкостроительного, вагоноремонтного и других эвакуированных заводов, безусловно, внесли неоценимый вклад в победу. А что такое эвакуированный завод? Вот когда фотографии смотришь, ты удивляешься. Это обрезки кабелей, это обрезки арматуры. То есть вот как срезали, убегая от захватчиков. Вот это, то, что успели срезать, скидали на вагон навалом. И вот это все, вот из всего этого сделали промышленные гиганты, которые давали такую важную продукцию, а не будь половины патронов барнаульских. Правда, одного желания горожан оказалось мало. Чтобы наше ходатайство одобрили, сначала в Российской академии наук, а затем и президент, инициативу должны поддержать губернатор и депутаты. Виктор Томенко поддержал еще 19 августа, накануне это сделали и парламентарии на заседании сессии. Глава города поблагодарил их за такое решение и добавил, что мэрия, основываясь на желании горожан, в ближайшее время планирует восстановить надпись «Барнаул орденоносный», которая долгие годы располагалась на крыше этого здания. Надо определиться с местом, где они будут установлены, исходя из того опыта, что не надо их ставить на крыши чужих домов там и так далее. Но так сложилось в законодательстве сегодня. Я думаю, что жители откликнутся на это, они поучаствуют в принятии решения. Ну а что касается присвоения Барнаулу звания «Город трудовой доблести», то пакет документов с ходатайством, куда вошли сотни листов архивных материалов о подвиге наших жителей в тылу, отправят в Москву. Ждем решения Федерации и надеемся на положительный результат. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком.